На улице Врубеля и четвертом проезде в минувшие праздничные выходные вели работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Новое высокопрочное покрытие уже появилось на проезжей части по улице Врубеля, на участке от Московского шоссе до проспекта Карла Маркса. Площадь работ составила порядка 1600 квадратных метров. На четвертом проезде, где ремонт ведется от проспекта Карла Маркса до улицы Гаражной, осталось уложить верхний слой на площади 60 квадратных метров, а более 2700 квадратных метров уже привели в нормативное состояние. Для этого использовали современную асфальтобетонную смесь, которой понадобилось около 600 тонн. Покрытие из такой смеси отличается высокой прочностью. В Самаре она используется на многих улицах с интенсивным движением. Сотрудниками МБУ «Дорожное хозяйство» контролируются все процессы производства работы непосредственно. Если мы говорим про укладку асфальтобетонных смесей, это выезжают, то есть смотрят очистку основания, розлив битумных, вяжущих, температуру смеси, также смеси отбираются для испытания, для показания основных характеристик асфальтобетонной смеси. После уже непосредственной укладки выезжает уже дорожная лаборатория, отбираются образцы асфальтобетона, так называемые керны, после чего они испытываются в лаборатории. В случае, если асфальтобетонная смесь соответствует всем ГОСТам и национальным стандартам, такая смесь принимается. Перед укладкой дорожного полотна было выполнено фрезерование старого слоя, заменены люки смотровых колодцев на антивандальные и антишумовые. Люки, а также решетки дождеприемников выставлены в проектную высотную отметку. Непосредственно перед устройством нового покрытия пришлось сделать небольшую паузу из-за ливня, прошедшего в городе 29 апреля. Приступая к основному виду работ, подрядчик убедился, что основание просохло. Кроме того, его очистили с помощью дорожного пылесоса и поливочно-моечной машины, а затем продули. Так как участок дороги находится рядом с трамвайной линией, подрядчик и заказчик заранее продумали меры для минимизации неудобств. Своевременно пропускали общественный транспорт и автомобили, выезжающие из дворов. Время проведения работ выбрали с учетом мнения жителей близлежащих домов. Когда есть возможность не мешать жителям ночью, чтобы не шуметь, мы производим укладку асфальтовой смеси в дневное время. Через часа три движение по новому асфальту можно уже осуществлять. Оно как раз остынет и можно ездить. Жители города рассказывают, ремонт улиц Врубеля и 4-го проезда – это долгожданный комфорт, удобство и безопасность. Освобождение их дворов от постоянного потока машин, которые объезжали ямы и преодолевали пробки. Я здесь живу рядом и скажу, что эта проблема была такая многовековая. Дорога была разбита, делали ямочный ремонт, но сейчас, слава богу, делают хорошую дорогу. Идем и радуемся, что теперь покрытие будет хорошее. Спотыкаться не будем. Ремонт автодороги на 4-м проезде планируется завершить до конца текущей рабочей недели. Гарантия на асфальтобетонное покрытие составляет 5 лет. Если за это время на нем появятся дефекты гарантийного характера, подрядчик должен будет устранить их за счет собственных средств. Позже в районе перекрестка 4-го проезда и улицы Гаражной в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» приведут в порядок и трамвайные пути. Для этого используют литую асфальтобетонную смесь, соответствующую новому ГОСТу. Чтобы данные работы не повлияли на транспортную ситуацию, их будут вести в ночное время, когда трамваи не ходят. Полина Чулюкова, Галина Топилина, Григорий Плешаков, Николай Епифанов. События.